Добрый день, друзья! Сегодня мы посмотрим предложения и цены на минивены японских и корейских производителей. Автомобили по большей части сняты на площадках и авторынках городов Клайпеда и Кретинга. Адреса площадок вы, как всегда, найдете в описании к этому видео. Друзья, перед обзором хочу напомнить, если кто еще не подписался на канал, обязательно подписывайтесь и нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также подписывайтесь на мой второй канал «Автотуризм, путешествия и автомобили» и на мой личный блог. Там вы найдете для себя много всего интересного, что не будет показано в YouTube. Ссылки имеются в описании к этому видео и в прикрепленном комментарии. Приятного вам просмотра! Toyota Versa 2009 года. 2,2 литра дизель, автомат, пробег 230 тысяч, цена 5000 евро. Небольшая вмятинка на водительской двери. Toyota Versa из Франции. 2012 года. 2 литра дизель. Механика. Пробег 184 тысячи. Цена 6450.
Nissan Quest SL 2011 года. 3,5 литра бензин, автомат, кожа, два люка, пробег 89 тысяч, цена 12 700. Друзья, все обзоры минивэнов вы сможете посмотреть, нажав на подсказку, которая сейчас появилась вверху на экране. Kia Carnival 2008 года. 2,9 литра дизель. Механика. Цена 3 800. Toyota Corolla Versa 2006 года, 2,2 литра дизель, механика, пробег 279 тысяч, цена была 2450 тысяч, сейчас снижена до 2250 тысяч.
вмятинка на правой передней двери. И вмятинка на левой задней двери. Друзья, все обзоры автомобилей японских производителей вы сможете посмотреть, нажав на подсказку, которая сейчас появилась вверху на экране. Toyota Versa из Франции, 2011 года, 2 литра дизель, механика, панорамная крыша, цена 4550. Поцарапан передний бампер. Небольшая вмятинка на заднем крыле. Треснут задний бампер. Toyota Sienna 2015 года, 3,5 литра бензин, автомат, кожа, пробег 85 тысяч, цена 18 тысяч евро. Toyota Versa 2011 года, 2 литра дизель, механика, цена 4750.
Toyota Versa из Франции. 2012 года. 2 литра дизель. Механика. Панорамная крыша. Пробег 210 тысяч. Цена 5700. Похоже, снимался и некачественно установлен задний бампер. Toyota Versa из Германии. 2012 года. 1,8 литра бензин, механика, пробег 21 тысяча, цена 7000 евро. На этом сегодняшний обзор закончен. Смотрите канал, пишите комментарии. Если кто не подписался, обязательно подписывайтесь. Также подписывайтесь на мой второй канал «Автотуризм, путешествия и автомобили». А также подписывайтесь на личный блог. Там вы найдете много интересного. Ссылки в описании к этому видео. Всего доброго, друзья! До следующих обзоров!